Всем привет! Продолжаем цикл «Магазин на диване». Ну, шучу, конечно. Я хочу пристроить в хорошие руки вот эту гитару и расскажу, почему она у меня оказалась и почему вдруг ни с того ни с сего решил с ней расстаться. Я не коллекционирую инструменты. Я не являюсь представителем какой-либо фирмы или какого-нибудь магазина или какого-нибудь бренда. Я просто отдаю гитары, которые волею судеб оказались в моих руках. Как эта конкретная гитара ко мне попала? Где-то год назад ко мне подошел мой коллега на совместном мероприятии, он работает в какой-то кавер-группе, и пришел за советом, то есть попросил помощи, такой, говорит, ты специалист, подскажи. Мол, я хочу купить себе когда-нибудь такую брендовую американскую гитару, клевую, очень красивую и недорогую. Я ему сразу же ответил, что его пожелание примерно сравнимо с таким, что я хочу купить японский внедорожник по цене «Жигулей». Дело в том, что если мы говорим о брендовых гитарах, и американских, тем более брендовых, то, конечно, рассматриваем гитары трех производителей. Это, конечно же, Martin, Gibson или Taylor. А бюджетная серия – это то, что до 3000 долларов. Но они, эти гитары, очень простые. И надеяться на то, что в бюджетной серии найдется яркая гитара, это практически нереально. Я ему сразу об этом сказал, но тем не менее он попросил, говорит, ну подумай, посмотри, поищи, может что-то найдешь. Я поковырялся в этих, во всех рекламных проспектах, посмотрел все эти обзоры и вдруг увидел, что ни с того ни с сего Gibson вот эту гитару сделал в таком невероятно ярком, красивом цвете. Раньше они так не делали, почему? Потому что эта конкретная модель называется Gibson G45 стандарт. У этой гитары есть даже такое народное прозвище – рабочая лошадка. Ее делают уже более 60 лет, и, конечно же, рабочую лошадку ярко красить, ну, как бы, по логике, ну, неправильно. А у них есть такая гитаристка Ориганти, блондинка с стратокастером, которая играет на электрической этой гитаре. Для нее по заказу Gibson сделал гитару G200, это старшая сестра вот этой модели. Вот. И G200, они покрасили ее ярко-красный цвет именно для девочки такой. Гитара пошла, она начала активно продаваться, тогда они взяли ни с того ни с сего, и рабочую лошадку тоже покрасили в такой ярко-красный цвет. Есть шотландская пословица. Если ты помог кому-либо, то в следующий раз, когда ему понадобится помощь, будь уверен, что он снова придет к тебе. Также и здесь. Товарищ пришел, я ему объяснил, что вот такая гитара существует, что он может ее приобрести где-то. Он говорит, что у него нет такой возможности, если я могу ему помочь, как-то ее где-то найти и доставить. Ну, я решил ему помочь. Потом выяснилось, что у него еще и денег-то в данный момент нет. Вот. Он говорит, ну давай ты ее купи, пожалуйста, там привези, как-то там доставь. А я вот сейчас подкоплю, соберусь силами и у тебя ее выкуплю. Я связался со своими ребятами, которые раньше мне помогали в этих вопросах. Мне ее в Америке купили, она так где-то в трешку и обошлась. Но это было год назад, и вот пока вот этот процесс покупки шел, началась кампания, вы знаете какая, и все связи с Америкой были обрублены, все прямые рейсы были отменены. И так выяснилось, что доставить ее, эту гитару, стало безумно сложно. Она ехала долго, через 3 или 4 границы. Добиралась, в апреле только сюда пришла. Я позвонил товарищу, говорю, вот иди забирай. Он говорит, ну сейчас подожди, вот у меня там финансами плохо, подержи ее пока у себя. Вот у меня надежда, вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот, к Новому году. У него намечалась какая-то большая компания, елки так называемые, как мы их величаем. Но выяснилось, что эти елки сдулись, и очень, короче, денег у него нет. Я сначала решил оставить ее для себя. Мало того, даже один раз съездил с этой гитарой на съемку. Но потом подумал, ведь мастер, который мне доводил ее до ума, сказал, что эта гитара разыграется. Но как она может разыграться, если она лежит в кофре под столом? Теперь несколько слов о самом инструменте. G45 – это джамбо. Джамбо – 45-й вариант, вот, который они, когда эту гитару разрабатывали, вот 45-й вариант получился у них очень удачный. Они его закрепили и дали ему статус стандарта. Здесь у него ель отборная, передний топ. Весь корпус сделан из красного дерева, гриф из красного дерева, палисандровая накладка. Ну, в общем, все, что нужно основное об этой гитаре знать. Почему гитары Gibson вот стоят, скажем, бюджетная серия у них
она уже идет как самая там топовая у азиатов. Потому что покраска Гибсон, она отличается от той краски, которая стоит на азиатских инструментах. Когда в Азии берут плохое дерево и пытаются его как-то спрятать, то они, конечно же, кладут такой большой слой краски, она красивая, все в порядке. Потом эта краска облезает такими слоями. У Гибсона это скорее такая насыщенная тонировка, потому что производители сами стараются подчеркнуть качество дерева. Вот здесь елка вот эта, вот она, как говорят по-русски, без сучка и задоринки. Поэтому и красится она таким образом, что вы всегда разглядите эти слои, вам всегда будет понятно, что за деревяшку вы держите в руках. Она вот в этом плане, конечно, сделана безукоризненно. Почему ее еще любят артисты? Вот, скажем, последнюю модификацию этой гитары делал под себя такой гитарист из команды Guns N' Roses, Slash, у него есть две целых модели G45. Почему? Потому что он играет на Gibson Les Paul, он взял потом там, одну гитару сменил на другую в концерте, и у него ничего не поменялось. Тот же самый гриф, та же пальцовка. Но здесь, наверное, даже не Les Paul-овская, а скорее от SG гриф. Он очень удобный. Во-вторых, я играю на очень тонких струнах, и мастеру была дана задача опустить их максимально низко. Ну, я не знаю, ниже, наверное, уже нельзя их опускать, но это дает такую свободу вообще в игре. Звучит, тянет. Ну, то есть все у нее есть. Все с ней хорошо. У нее прекрасный кофр. Мало того, они сейчас к этому в какой-то в коже в такой своеобразной, они его сделали. Она похожа на костюмы вот этих звездных разведчиков. И она на сцене смотрится еще ярче. Очень хороший лак. Ну, все сделано очень правильно. Очень хорошие колки. Вот здесь вот такая вся эта фурнитура. На ней стоит накладка. Эти накладки, они ставятся в том случае, когда все-таки подразумевается, что гитара не только для фингерстайла, для пальцевой вот этой игры, а еще и для того, чтобы по ней можно было хорошо лупануть с плеча медиатором. Как вы сами видите, здесь нет никаких украшений. Она очень простая. Кроме цвета, в этой гитаре ничего лишнего нет. Никаких там инкрустации, ничего такого. Вот у ее старшей сестры, у G200, у них очень много всяких моделей навороченных, где там две накладки с одной стороны, там с другой стороны, тут всяких разных рюшек. Вот я видел инструмент за 100 тысяч долларов, там на нем живого места нет вообще. Но в то же время эта гитара, скорее всего, одна в России, потому что их недавно начали делать, и, скорее всего, их сюда не повезут, потому что они не повезут вообще. Я, конечно, мог бы оставить эту гитару для себя, как просто как вложение денег, но еще раз говорю, что гитара должна звучать, а для того, чтобы она звучала, на ней нужно играть. Но у меня уже есть инструменты, которые я заказывал для себя. И этот инструмент у меня устраивает, здесь сделано все под меня. Отдается она по себестоимости, потому что я на гитарах не зарабатываю. И человек, который ее заберет у меня, он, конечно, будет доволен, счастлив, рад и много раз скажет мне спасибо. Ну, в общем-то, и все.